Компания Apple просто презентует свои самые новые, самые совершенные умные часы Apple Watch 5 лет назад. Тот самый чел с канала Overtake Lab спустя 5 лет. Здорово, ребята. Я купил Apple Watch Series 3 за 5000 рублей. Точнее, за 5500. Извините, что обманул. Короче, в этом ролике я расскажу, зачем я их купил, почему и для чего. Вы на канале Overtake Lab, меня зовут Алекс Чехкиев. Погнали! Ладно, на самом деле я пропользовался уже вотчами несколько дней. И подписчики телеграм-канала, инстаграм в том числе, в курсе об этом. Поэтому, если вы были не в курсе, то вы должны подписаться. Да, это я, кстати. И что я могу первое сказать про Apple Watch? Это не лучшие смарт-часы. Ну вот, определенно, точно я это понял в первые минуты использования. Но за свои деньги это лучшие часы. А почему это так, мы поговорим чуть позже. Для начала, как я вообще купил свои вотчи. Так вот, совсем недавно я опубликовал пост о том, почему я не покупаю Apple Watch. Там, собственно, я перечислил несколько причин и поинтересовался у вас о том, с какими вотчами вы гоняете. Задал несколько вопросов по удобству, скорости работы, автономности, чтобы вообще понять, если я вдруг соберусь, в каком направлении нужно будет искать. Честно говоря, я не думал, что я соберусь вообще в 2021 году. Но на мое решение повлиял один ролик, в котором я буду участвовать, который выйдет до конца года. Это будет коллаборация одна. Про все расскажу опять же в моих соцсетях. Ну и я вообще решил поинтересоваться, сколько же стоит третий Apple Watch. Просто многие мне писали именно про третий Apple Watch. Они относительно дешевые, доступные, минимально поддерживаемые. Формат канала практически. Мы тут с вами про дешевый iPhone говорим, а не про последний. Кому вообще нужен последний iPhone? Apple Watch в том числе. Вторым фактором, который повлиял, стало то, что я зашел на Авито, и, к моему удивлению, третий Apple Watch продают за 5000 рублей. Казалось бы, за сколько тогда могут продавать первые вотчи, так их продают всего лишь на 1000-2 дешевле. И я сейчас не шучу, самые первые Apple Watch, Series 0, Series 1, Series 2, их все продают от 3 до 5 тысяч рублей. А с 5 тысяч рублей уже начинаются Apple Watch Series 3, которые поддерживают последнюю Watch OS, которые в принципе обладают всеми функциями и, кроме как, плане дизайна и автономности, больше ничем не отличаются от последних Watch. Но про отличия, опять же, чуть позже в ролике. Итак, если быть точным, купил я за 5500, я торганулся 6000, просто я покупал практически на следующий день, и искать объявление прям супер подходящее мне, у меня времени не было. Так-то, в принципе, предложений за 5000, в том числе в неплохом состоянии, их достаточно на Авито. Это стальная версия Apple Watch, очень важно, стальная, потому что я терпеть не могу Space Gray. Space Gray как расцветка по мне была актуальна только в iPhone 5s. В общем, надоел черный цвет, и Apple Watch в первую очередь это аксессуар, и он не должен быть черным и невзрачным. Коробки в комплекте не было, но их редко продают вместе с Apple Watch'ами. Продавец отдал зарядку и кучу ремешков, которые лежат у меня в этом рюкзаке. Поскольку я не знал, сколько ремешков мне положит продавец, я взял с собой рюкзак XD-Design Flag Gym, потому что он вот так вот умеет раскладываться в случае чего. Ну, а что, если бы мне килограмм ремешков хотели бы отдать, я бы как их донес в обычном рюкзаке? Ладно, если серьезно, то Flag Gym — это идеальный городской рюкзак с защитой от карманников. Все молнии и карманы для важных документов, и в том числе для денег, все скрыто и надежно защищено. Карман, кстати, на спинке рюкзака имеет защиту от считывания, туда можно положить кошелек с карточками или документы. От себя хочу сказать самое главное, то что рюкзак стильный и похож на рюкзак. Вы знаете, я не очень люблю рюкзаки, которые, я не знаю, на какой-то пакет похож, просто рюкзак. И это прекрасно, это самый лучший дизайн рюкзака, когда вот просто рюкзак. Но при этом он очень вместительный, выполнен из переработанных материалов, эргономичен и очень продуман. Основное отделение имеет объем 16 литров, внутри есть отделение для ноутбука с диагональю до 15,5 дюймов и множество карманов. Вы можете расположить все вещи так, чтобы они были надежно закреплены и не перемещались во время поездки или прогулки. И да, тут есть USB-порт, к которому можно подключить Powerbank. То есть, приехали за Apple Watch'ами, еще и зарядили их, ничего себе. В общем, рюкзак XD-Design Flag Gym я могу вам советовать, но нужно остерегаться подделок. Поэтому покупать рюкзаки XD-Design я советую официального представителя XD-Design в России на сайте xddesign.ru. В том числе, потому что по промокоду OVERTAKE вы получите 25% скидку на все рюкзаки XD-Design. Там еще и бесплатная доставка по России от 10 тысяч рублей, и вам стоит поторопиться, потому что промокод будет работать 2 недели. В общем, вся информация по этому шикарному рюкзаку и другим рюкзакам XD-Design будет по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Вернемся к моим вотчам. Состояние их вы сейчас видите на своих экранах. И состояние очень даже неплохое. На самом деле, для меня самое важное было, на что я опирался. Я, опять же, первый раз покупал вотчи, я не очень знал, на что мне в первую очередь смотреть. Но главное, что меня зацепило, что вот сама стальная рамка вся была, в принципе, целая. Потому что, ну, царапины на стекле, они в любом случае
случае в каком-то количестве будут, и они исправляются различными методами. А вот стальную рамку, ее царапки ты уже потом никуда не вернешь и не исправишь. И да, совсем забыл, это 42 миллиметра, Nike версия. Почему-то всем было важно, Nike это или не Nike. Я вообще не целился именно в Nike версию. Там, как я понимаю, отличаются не только вот ремешком эксклюзивным, который можно купить отдельно, и некоторыми эксклюзивными циферблатами, которые, ну, такие себе. Состояние аккумулятора у часов 81%, когда я покупал, было 82%, и это уже, в принципе, предкритичное состояние. Но аккумулятор — это главная из причин, по которой я все-таки решился купить и попробовать Apple Watch Series 3. Нереально держат день работы от аккумулятора, даже с износом 81%. Ну, вернее, со состоянием аккумулятора 81%. Я, понятное дело, не играю на них в игры, и постоянно, я не знаю, не сижу в Google Maps, и для повседневных задач, постоянного трекинга, постоянных уведомлений в том числе, хватает до вечера легко. И работа от аккумулятора у Series 3 не сильно-то отличается от более старших моделей. По факту, серьезная проблема с аккумулятором была на Series 0, на Series 1, и Series 2 уже начала решаться. Series 3 же, по сравнению с каким-нибудь Series 6, держат всего лишь на 10-15% меньше. Серьезная разница только в сравнении с Series 7, но они самые последние, они самые дорогие, и, ну, вы поняли. И, по сути, если сравнивать их с самыми хитовыми часами Apple Watch SE, и спасибо всем, кто написал фидбэк по поводу SE в комментариях в телеге, то SE, например, держат 1.5 дня. Да. Но какой смысл от этого 1.5 дня, когда ты в любом случае будешь вечером ставить их на заряд, чтобы на следующий день у тебя были заряженные часы? Поэтому с аккумулятором серьезных проблем нет. Я просто изначально питал надежды, то, что Apple Watch, особенно последние, уже работают там по 3-4 дня. Но нужно понять, что я человек, который пришел на Apple Watch с Pebble. Первых, по сути, смарт-часов, и которые во всем были лучше Apple Watch. И они держали иногда даже дольше недели. Вот Series 3 бэушные, как по мне, это вообще идеальный вход в носимую электронику, особенно в Apple Watch. Новыми Series 3, конечно же, покупать не нужно, это полный бред, лучше покупать SE. Но за 5000, в принципе, вы получаете весь спектр эмоций, которые вы бы получили от более старших моделей, более дорогих, купив их даже новыми пускай. То есть, опять же, из ключевых отличий это работа от аккумулятора, ну и, конечно же, рамки, которые Series 4 гораздо меньше, а в Series 7 их и вовсе нету. Рамки в системе скрыты, ты их при повседневном использовании вообще не ощущаешь, но есть одна вещь, на которую они влияют. Это циферблаты. Да, на Apple Watch Series 3 нету многих крутых циферблатов, которые есть на Series 4, 5, 6 и в том числе на Series 7. Там тоже за счет большего экрана есть свои эксклюзивные циферблаты. Это да, и это скорее для меня единственное серьезное отличие. Есть еще такая вещь, как Always On Display, но Always On Display нету в SE. И как бы для него нужно покупать либо Series 7, либо какими-то способами покупать 6 там или 5. И я напомню, на Pebble у меня был Always On Display в 2012 году. И да, когда вы поднимаете руку и Apple Watch не зарегистрировали то, что вы как бы подняли руку и нужно включить экран, нужно постоянно тыкать, что-то они там еще затупили. Короче, да, для просмотра времени, наверное, это не идеальный гаджет, когда у него нет Always On Display. Ах да, и, наверное, последний вопрос, который вас мучает, быстро ли запускаются приложения? Да, некоторые приложения могут долго запускаться достаточно, но проблема в том, что на Apple Watch ты очень редко юзаешь приложение. То есть, по факту, из полезных приложений для себя вы найдете там пару-тройку, и они будут у вас лежать в доке. И, соответственно, оттуда они будут быстро запускаться. Поэтому, опять же, приложениями, запуском их и скоростью запуска я для себя не увидел проблем. Может быть, если бы я попользовался сразу Series 7 и откатился на Series 3, я бы почувствовал какую-то боль. Но, по факту, меня вообще ничего не раздражает. Но так как это все-таки первое впечатление от Apple Watch, я не буду вам говорить однозначного ответа, стоит ли их покупать за 5К, не стоит ли их покупать сейчас. Но у меня есть очень много мыслей именно по первому впечатлению. Дело в том, что, опять же, я уже вскользь об этом сказал, и многие на канале об этом знают, я до этого пользовался, я вообще был, можно сказать, пионером в именно этой среде гаджетов носимой электроники, умных часов и так далее. У меня есть Pebble Steel, старющий, который вышли еще до Apple Watch. У меня есть Fitbit Flex первого поколения. И это все умные и фитнес-гаджеты носимой электроники, которые выходили до Apple Watch. И проблема в том, что когда вышли Apple Watch, и изначально они вообще даже не держали день от аккумулятора. И как я уже писал в моем посте в Телеграме, мое какое-то желание и мечты об Apple Watch, конечно, когда они вышли, это был ажиотаж, там была красивая презентация. Но потом я как-то к ним охладел, скорее всего, из-за того, что появился Mi Band. Нет, у меня не было Mi Band, но психологически не очень хочется осознавать, что ты идешь покупать часы минимум от 25 тысяч рублей. Они, по сути, выполняют все те же функции, которые выполняет браслет за 2500 рублей. Только он еще и работает почти месяц от аккумулятора. Я уже, в принципе, опять же, с подписчиками в телеге обсуждал этот вопрос. Да, многие со мной не согласны, считают, что вот, и уведомления гораздо удобнее просматривать с Apple Watch, и там Taptic Engine есть, это не в обычном вибрация. Но самым удивительным для меня стало то, что Apple Watch не выполняет некоторые базовые функции, которые выполняли все фитнес-гаджеты, опять же, 12-13 года. Я напоминаю, Fitbit Flex
первого поколения умел автоматически определять, когда вы спите. Без каких-либо датчиков сердцебиения, которые... Мне вообще плевать, честно говоря, какое у меня сердцебиение. Но это было хотя бы полезно в том случае, когда ты засыпаешь днем, ты можешь потом посмотреть, во сколько ты вообще уснул. Потому что часто бывает, ты просыпаешься, не понимаешь, где ты, что ты. И вообще, казалось бы, ты 5 минут прилег на кровать, а уже как бы ночь на улице. Apple Watch, не скачав сторонние приложения, этого не может. А еще и нужно найти классное приложение. И с App Store здесь полнейшая беда. То есть я не понимаю, как можно было сделать так плохо, когда в 2013 году были Pebble, которые сделали уже гораздо лучше. Нормального магазина приложений для Apple Watch на iPhone нету. Вы можете только скачать из App Store, из одной подборки, где есть 2,5 приложения, приложения, которые в принципе имеют свои мини-приложение для Apple Watch. Именно искать, качать приложение только, внимание, только для Apple Watch, вы можете только через приложение App Store на самих Apple Watch. Но это тупо. Типа, я не хочу смотреть скриншоты приложения, описание приложения, читать комментарии о приложениях вот на вот этом маленьком экране 40 миллиметров. Я сомневаюсь, что какой-то человек в мире может сказать, что это удобнее, чем можно было бы то же самое реализовать на экране смартфона, при том, что это компаньон для смартфона, они работают в паре. Но я хочу отдельный магазин приложений с подборками, с... Опять же, циферблатами. Это политика, в принципе, компании, я об этом, конечно же, был в курсе. Здесь стандартные циферблаты, они, в принципе, сами по себе эпловские, очень крутые, особенно какие-нибудь там циферблаты с планетами и так далее. То есть такого уровня продукты могут реализовать только Apple, и круто, что, в принципе, да, по циферблатам вопросов нет, они постарались очень сильно. 100% в ближайшие 5 лет нам выкатят App Store с циферблатами для Apple Watch и скажут о том, что это революция, о том, как вы можете сильно вообще кастомизировать ваши часы. Но это будет, опять же, минимум в 2025 году. Итого, что я могу сказать по первому впечатлению. То есть стандартные приложения Apple, они такие себе. Я не считаю адекватным то, что стандартное приложение Сон за 7 лет на самых продаваемых фитнес-часах в мире не смогло научиться ни умному будильнику, ни автоматическому отслеживанию сна. Оно отслеживает сон только в четко заданное вами время. Опять же, эти приложения жутко неудобно качать, эти приложения никак не найти. Никакие маленькие разработчики вообще не имеют никакого интереса разрабатывать под Apple Watch, потому что их приложения никогда в жизни не найдут, это никто даже искать не будет и так далее. Я это действительно считаю за минус, потому что я пользовался Pebble. На Pebble это было идеально реализовано, было комьюнити, постоянно комьюнити выкатывало какие-то крутые, интересные приложения. На Apple Watch это невозможно, пока Apple вот так вот относится к разработчикам. Типа, качать приложение через App Store на самих часах? Вы с ума сошли, что ли? Ну ладно, хотя бы можно выделяться посредством ремешков, и все. Но ремешки — это достаточно большой плюс, потому что рынок их огромен. Ремешки для Apple Watch можно купить везде, можно купить за копейки, можно купить за дорого, можно купить, вот опять же, Hermes — это уже люкс ремешки и так далее. И главное, наверное, отличие Mi Band за 2500 рублей от Apple Watch, который стоит от 25 тысяч рублей. В первую очередь это то, что Mi Band — это не аксессуар. Apple Watch — это действительно аксессуар, и с этим спорить сложно. Так вот, какой же план у меня вообще по моей жизни с Apple Watch'ами? Я, в принципе, не планирую с ними ходить прям совсем долгое время, потому что, опять же, аккумулятор уже немножечко износится. Я даже задумывался о том, чтобы заказать на Алиэкспрессе новый аккумулятор и поменять его. Делается это достаточно несложно, да и аккумулятор стоит всего лишь 500 рублей. Но теряется влагозащита, а это очень важная штука на фитнес-трекере. Я хочу в первую очередь купить несколько ремешков интересных и протестировать их. Я хочу как-нибудь решить проблему с царапинами и, опять же, буду интересоваться, какими вариантами это можно решить, но, в частности, уже некоторые идеи у меня в голове есть. Ну и отходить пару месяцев с Apple Watch'ами, Series 3, рассказать о том, стоят они вообще того, не стоят ли они того, и, в принципе, составить какое-то мнение по гаджету, как Apple Watch. Понятно, это мнение будет довольно субъективным и только через призму старых Apple Watch'ей, но в целом я сомневаюсь, то, что мое бы мнение изменилось от того, что на Series 7 условных меньше рамки, есть ЭКГ. Мне ни то, ни другое не особо нужно было, ну. Но пока что Apple Watch нужно отложить в ящик на ближайший месяц. И 31 декабря на этом канале пройдет стрим, где мы наконец-то починим Pixel 3, и с 1 января я начну ходить с Android'ом и сниму наконец-таки ролик про Pixel 3, который вы давно от меня просите. Так что вот, приглашаю вас на новогодний стрим. Пишите в комментах вообще, как вам Watch, Apple Watch, вы с какими Apple Watch'ами ходите, тоже пишите. Ну, в общем-то и все. Всем пока!